це така загальна картина по всій Україні. Але ми в Києві, треба реагувати на це в Києві. Будь ласка. Подождите, що здесь получають слово тільки заряжені люди, я не пойму, які вам отсасують, извините. Пане Михайло, не треба оскорбляти людей. Це дякую вам. Здесь прийшли хороші люди, і не треба оскорбляти людей. Так что вам нельзя задавать вопросы? Что это за бандиты меня сейчас вывели отсюда? Михаил Николаевич, что это за бандиты, скажите? Нет, невежливые люди надо убираться к черту. Тут диты. Тут диты, едь по Балашову. Занимайтесь своей монографией и себя расставьте. А тут собрались серьезные люди, разговаривали с тобой.